В преддверии новогодних праздников сотрудники «Газпром-газораспределения Ульяновск» совместно с МЧС, полицией и представителями жилищной инспекции дополнительно проинформировали жителей города о правилах безопасности. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования было проведено в жилом доме на улице Маяковского. Как объяснили специалисты, это необходимо для безопасности самих же граждан, поскольку в период новогодних праздников бытовые газовые приборы будут испытывать повышенную нагрузку. В ходе проведения рейдовых осмотров проводится дополнительный инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Также потребителям объясняется необходимость проверки дымовых и вентиляционных каналов. Каждый потребитель должен эксплуатировать газовое оборудование в технически исправном состоянии. Ежегодно проводить техническое обслуживание газового оборудования. Некоторые граждане опасаются впускать в дом незнакомых людей. И это правильно. Отличить мошенников от сотрудников специализированной службы очень просто. Во-первых, о плановых проверках газового оборудования всех жителей оповещают заранее при помощи автодозвона, объявлений и ставят в известность старшего по дому. Во-вторых, сотрудники «Газпром-газораспределения Ульяновск» одеты в спецодежду и имеют при себе соответствующее удостоверение. А данные о тех, кто не обеспечил допуск к газовикам для технического обслуживания, будут переданы в контролирующие органы. Газовые приборы и газовые сети – это особо опасное оборудование, которое может привести к аварийным ситуациям и повлечь угрозу жизни и нанести ущерб имуществу людей. Поэтому абонентам необходимо производить хотя бы один раз в год проверку газового оборудования. В противном случае об отказе в допуске газового оборудования сотрудника специализированной организации можно повлечь административную ответственность по КОАПу 923 в размере от 1000 до 2000 рублей. С 31 декабря по 9 января для обеспечения надежного газоснабжения потребителей в новогодние праздники подразделения аварийно-диспетчерской газовой службы «Газпром-газораспределение Ульяновск» перейдут на усиленный режим работы. Компания «Газпром-газораспределение Ульяновск» напоминает всем потребителям, важно соблюдать правила газовой безопасности. При обнаружении запаха газа необходимо немедленно позвонить в газовую службу по телефону 04, либо по мобильному 104 или 112 из незагазованного помещения, принять меры по эвакуации людей, открыть окна и двери, не пользоваться звонками, не включать и не выключать электроприборы. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.